Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников спецоперации и членов их семей. Он распространяется как на мобилизованных граждан, так и на тех, кто служит в армии по контракту в Росгвардии, МЧС, ФСБ, органах госохраны, военной прокуратуре, Следственном комитете, СВР, ФСО. Кредитные каникулы распространяются на любые займы, включая ипотеку или микрозаймы. Их срок равен сроку службы по контракту или участия в спецоперации плюс 30 дней. Чтобы все оформить, нужно обратиться с заявлением в банк, причем любым способом, указанным в договоре, например, по электронной почте. Оформить кредитные каникулы можно до конца 2023 года. Если заявление подается родственникам участника спецоперации, то необходимо предоставить документ, подтверждающий родство. В случае смерти военнослужащего долг перед банком подлежит списанию. Также он спишется, если участник СВО получил инвалидность первой группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля этого года. Оформить кредитные каникулы можно до конца 2023 года.